Привет, дорогие друзья, с вами Андрей Беттер, и сегодня был первый день эпицентр CSGO 2018. И у меня есть три пин-кода от Йоты на скины в CSGO. И сейчас мы с вами их откроем и посмотрим, что там выдают, ребят. Давайте начнем. Итак, мы зашли на сайт yotagamer.ru. Получи премиальный скин в CSGO. У меня три пин-кода, напоминаю. Смотрим. Ссылку... Обмен в Steam. Давайте входим в Steam. Получаем ссылку. Копируем ее. Ссылку вставляем. Ввести код, ребят. Вводим код. Так, вводим код. Первый код у нас пошел. Нажимаем отправить и будем ждать. Итак, и чё? А, в скором времени тебе придет предложение обмена в Steam. Назад на главную. Давайте смотреть. Давайте ждать. Итак, друзья, пришло предложение обмена. Давайте мы его примем. Пришел нам скин, неизвестный предмет. Я так понимаю, это... Что это? Франклин P250. Подтвердить обмен. Принять. Первый пин-код ушел. Вводим второй пин-код. Поехали. Так. Ждем второй скин. Итак, второй скин пришел. Смотрим, что у нас во втором. Так, ФАМАС. Нейронная сеть. Принять обмен. Принимаем обмен. И запускаем третий пин-код. Так, третий пин-код мы заправили. Нажимаем отправить. Ждем третий скин, ребят. И Desert Eagle. Ночь. Закаленная в боях, ребят. Приятно то, что такие вот скины дают, пин-коды дают такие. Вот, поэтому давайте посмотрим инвентарь. Что и как там вообще происходит. Так, закаленная в боях, Eagle Ночь. Еще раз. ФАМАС, нейронная сеть, немного поношенный. И P250 Франклин немного поношенная. Ну, неплохо, ребят, неплохо. 53 рубля. 42 рубля. И 42 рубля. Eagle. Desert Eagle. Вот такие вот у нас пин-кодики сегодня были. Вот. Если получится, то еще будем открывать их. А поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Беттер. Всем пока. Всем удачи.